поету регіонами народного депутата України, лідера партії «Україна вперед» Наталії Королевської. Напередодні річниці Чорнобильської трагедії пані Королевська відвідала самостійну державну пожежну частину міста Нетішина, де поклала квіти до пам'ятника ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та завітала на найпотужніше підприємство Хмельниччини – атомну електростанцію. Прекрасно, що Україна входить в десятку стран міра по об'ємам і по мощності атомної енергетики і в п'ятерку стран в Європі. Это является нашим колоссальным конкурентным преимуществом, и 47% электроэнергии в стране производится на атомных станциях. Благодаря этому еще можно балансировать цену, потому что атомная энергия она на несколько порядков ниже, чем тепловая. Під час екскурсії Хмельницькою АЕС Наталія Королевська наголосила, що зараз вже усі розуміють величезну небезпеку, яку несе в собі атомна енергетика. А отже, люди, які працюють на АЕС, повинні бути забезпечені серйозним державним соціальним пакетом. Но нельзя не забыть, что 26 лет назад тысячи людей, которые стали на защиту Чернобыля, людей-героев, сегодня, к сожалению, все больше уходят в прошлое и в первую очередь, люди, которые стоят на защите, люди, которые работают на атомных станциях, должны быть уверены в том, что государство обеспечит им серьезный социальный пакет, и то, что эти люди никогда не будут забыты и не будут брошены на произвол. От аварии на Чернобыльской атомной станции более 50 тысяч людей в нашей стране стали инвалидами, а страна потеряла более 5 миллионов гектар плодородных земель. И тысячи людей, которые погибли во время этой аварии, продемонстрировали, насколько сила духа, сила долга выше у людей было, чем чувство самосохранения. И, конечно, хочется передать слова благодарности тому, что мы сегодня живем, тому, что люди спасли не только Украину, но и спасли Европу. И то, что наша атомная энергетика сьогодні розвивається, і ми впевнені в тому, що вона безпечна. Відвідала пані Королевська турбінний відсік та один енергоблок. Фахівці навчально-виробничого центру продемонстрували Наталії Королевській та журналістам муляж операторської станції та варіант учбової аварії на ХАЕС. Ліквідація ймовірної надзвичайної ситуації зайняла не більше кількох хвилин, а всі дії працівників були чіткими і злагодженими. Наталія Королевська була приємно вражена високим професіоналізмом працівників АЕС і рівнем безпеки на станції. Сьогодні ми побачили, як проходить підготовка персоналу, і прекрасно понимаем, что с такой ответственностью, с которой подходят сегодня к обучению, к подготовке кадров на атомных станциях, мы понимаем, что атом в нашей стране безопасен. Не обійшлося і без політики. Наталія Королевська говорила про арешти Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. На її думку, сьогодні політичні репресії переросли у небезпеку для життя. Сьогодні як для Юлії Тимошенко, так і для Юрія Луценка вопрос ареста став вопросом жизни і смерті. То есть если до этого момента были политические репрессии, то сейчас мы понимаем, что это переросло уже именно такую человеческую репрессию, опасную для жизни. Поэтому мой коллега вчера Евгений Суслов, находясь в Паре, обратился к парламентской ассамблее Рады Европы сделать все, чтобы Юлия Тимошенко была на свободе. И мы сегодня понимаем, что, к сожалению, ресурсов внутри Украины, политического ресурса сегодня ни у партии «Батьківщини», ни у оппозиции нет. И мы понимаем, что нет возможности сейчас защитить Юлию Тимошенко, ее политической силе внутри страны. Поэтому мы считаем, что главная задача сегодня – это позиция европейская, это позиция мировая, и это принуждение сегодня украинской власти к тому, чтобы політичні лідери, опозиційні лідери були на свободі. Крім того, лідер партії «Україна вперед» презентувала хмельничанам програму «Нова економіка, нова країна». Трьома китами майбутнього економічного дива вона назвала. Щоб створити мощну економіку, государство має бути ефективне і воно має працювати. І нести відповідальність. Нести відповідальність за ті справедливі стандарти, соціальні справедливості, які превратились в нашій країні в міф. І воно має відповідати за їх виконання. Нести ответственность за то, чтобы стратегические отрасли, которые являются локомотивами развития, имели государственную поддержку. И для примера вашего региона это, безусловно, сельское хозяйство. Безусловно, освободить сейчас малый и средний бизнес от какого-либо вмешательства. На этих трех китах мы построили свою программу. Поэтому мы для себя приняли решение, что сегодня нужно переставить акценты.
нужно перестать политикам ставить одну цель перед собой. Это прийти к власти. Прийти к власти одной ценой и непонятно зачем. Прийти к власти, чтобы продолжать грабить страну, чтобы и дальше использовать всевозможные силовые методы для того, чтобы люди в стране жили хуже. Мы поставили для себя задачу изменить экономику в нашей стране, изменить качество жизни в нашей стране и сделать выводы из тех ошибок, которые были за 20 лет, и реализовать те возможности и тот потенциал, который есть в нашей стране. Мы для себя тоже поставили задачу, реализовав потенциал страны, проанализировав, что мы можем сделать так, чтобы в нашей стране было экономическое чудо. Но не чудо, которого ждут все 20 лет и думают, что это манна небесная, которая упадет на голову в какой-то день, и для этого не нужно ничего делать. Мы уверены, что в нашей стране действительно есть возможности, есть потенциал, но экономическое чудо должно быть управляемым, и для этого нужно задействовать все эти силы и те возможности, которые есть. Підтримку та довіру політичній силі Наталії Королевської висловили на Майдані Незалежності в обласному центрі лідери громадських об'єднань і хмельницькі підприємці. Сама ж пані Наталія вважає Хмельницький містом побратимів і соратників. Для мене Хмельницький такий, можна сказати, рідний город, тому що на протязі 2 років я тут давно далеко не перший раз. Я сюди приїжджаю, дуже багато підприємців і дуже багато людей, які активно дуже приймали участь в розробці цієї програми, в написанні законів. 19 мая, вот год назад, мы вышли, где большую часть, наверное, людей, которые выходили под Верховную Раду, это были предприниматели Хмельницкого, когда потребовали принятия моратория по проверкам, отмена единого социального взноса для пенсионеров и инвалидов и перенос сроков предоставления первичной документации. Когда мы этих 3 требований добились, для нас это была такая небольшая, но победа, потому что сохранили тем самым несколько сот тысяч предприятий, и они не закрылись. Сейчас мы также обсуждаем дальнейший план действий, как разрабатывать программы, но в то же самое время, как бороться за выполнение этих программ и за принятие адекватных законов в Верховной Раде. Поэтому Хмельницкий для меня такой очень как бы регион соратников, сторонников, с которыми мы много вместе сделали, и дальше, я думаю, сделаем еще больше. Мої вітання усім глядачам телеканалу «Ексклюзив». Це програма «Позиція». І сьогодні наш гість – народний депутат України, лідер партії «Україна вперед» Наталія Королевська. Вітаю вас. Вітаю вас. Пані Наталію, яка мета вашого візиту на Хмельниччину сьогодні? Сьогодні головна мета візиту – це презентація нової програми «Нова економіка, нова країна». І коли ви презентуєте остаточний варіант економічної програми? Ми сьогодні обсудили, проговорили, які є пути, які є варианты того, чтобы изменить экономику Украины, для того, чтобы изменить экономическую модель, и что можно сделать конкретно в Хмельницкой области для того, чтобы создавать новые рабочие места, для того, чтобы менять уровень жизни людей. И в мае месяце, в конце мая мы презентуем эту программу в Киеве, и потом уже с детальным планом действий для каждого региона мы опять же приедем для того, чтобы советоваться с людьми. Отдельно создаются рабочие группы в каждой области, и отдельно под каждую область будет разработан социально-экономический план развития. Наскільки ви добре знайомі з проблемами нашого регіону? Я хорошо знакома, потому что в основном это малый и средний бизнес, это люди очень активные, мы с ними очень много работали в парламентском комитете, сейчас работаем и над программой развития Хмельницкой области, и работаем над законопроектами, которые рассматриваются в Верховной Раде. И Хмельницкая область у нас является соавтором нашего пакета народной реформы, который подан в парламент. На вашу думку, що, власне, потрібно зробити для якісних змін в економіці Хмельниччини? Ну, в первую очередь, нужно все-таки решить вопрос с теневой экономикой, потому что, к сожалению, здесь очень большой размер экономики, которая работает в тени, и то, что является ограничением для развития реального сектора. А также мы видим большую перспективу в создании отдельного индустриального парка для того, чтобы привлечь инвестиции, для того, чтобы
разработать логическую систему и предоставить дополнительные налоговые льготы для Хмельницкого региона. Потому что Хмельниччина в 1957 году была областью, которая демонстрировала действительно чудо, когда создавались рабочие места, когда был сумасшедший рост, и мы очень проанализировали эту ситуацию. Понимаем, что этот потенциал в области есть, и он остался. И то, что в Хмельницкой области сегодня один из самых низких фондов заработной платы по всей Украине, то это тоже показатель того, что разрушена промышленность, разрушены те высокотехнологические производства, которые здесь были. И, к сожалению, люди были вынуждены идти работать на рынок, имея высшее образование, имея хорошую профессию, специальность, чтобы хоть как-то выживать. Поэтому мы видим перспективу. Это как создание новых производств и создание индустриальных парков, и также поддержка сельского хозяйства. Потому что я считаю, что государство должно поддерживать сельское хозяйство. Это во всем мире так есть, и по-другому селяне не выживут. Ну как сегодня? Ну, литр молока стоит в 5, а то иногда и в 10 раз дешевле, чем цена молока в магазине. Но такого не бывает, такого разрыва и такого количества спекулянтов, которые сидят на этой цепочке. Поэтому мы видим поддержку и государственное стимулирование сельского хозяйства. Это минимизация вот этого посредничества между тем, кто вырастил эту корову, надоил ее, и тем, кто ее продает уже это молоко. То есть здесь мы видим алгоритм решения этой проблемы. И, безусловно, поддержка малого и среднего бизнеса, чтобы люди сегодня, которые вынуждены уходить в тень, потому что им создают условия, при которых нельзя выжить. Мы в прошлом году добились принятия закона в Верховной Раде об отмене единого социального взноса для пенсионеров и для инвалидов. Но этого недостаточно. Мы считаем, что единый социальный взнос, он должен быть добровольным. И такой закон подали в парламент. Мы считаем, что то, что сегодня от людей требуют документы, которых нет в природе, это тоже незаконно, потому что тем самым людей сразу же толкают на преступление. И, конечно, та упрощенная система, которая якобы упрощенная называлась, и тот налоговый кодекс, который направлен только для крупного олигархического бизнеса, а не для малого и среднего бизнеса, они будут пересмотрены. Ще одне таке запитання. Лідер української опозиції заявила про її побиття під час перевезення до Харкова. Як представник опозиційної сили, що може реально зробити для вирішення цього питання українська опозиція? Сьогодні мій перший заместитель Євгеній Суслов находится в парламентской ассамблее Рады Европы, где мы официально обратились к европейским политикам и считаем, что позиция мировая, мировой политики должна срочно вмешаться в ситуацию. То есть нужно сейчас делать все, ну, чтобы спасти Юлю, потому что угроза реально ее жизни. Мы понимаем, что тот беспредел, который власть устроила, не остановится уже ни перед чем. И, к сожалению, то, что сегодня не могут защитить ее внутри страны, мы считаем, нужно сделать все, чтобы мир и Европа сегодня мешались и сделали все, чтобы она была на свободе. Ви створили фактично нову політичну силу. Згідно опитувань, її рейтинги, так як і ваші особисті, постійно зростають. Хто є вашими прихильниками? Ми благодарні всім людям, хто нас підтримує, хто не піддається провокаціям, які запускають нинішня власть і бувша власть. Тому що у нас так традиційно сложилось в Україні, як тільки з'являється альтернатива нынешним политикам. Тут же все старые политики пытаются как можно быстрее эту альтернативу уничтожить. Я помню, как работала вся оппозиция против Яценюка и рассказывала, какой он и проект банковый, какой он такой-сякой. Сегодня они его взяли и, как сказать, поглотили в свою партию. А сегодня настроились все против нас. Поэтому эта жизнь, это, к сожалению, вот та вот грязная политика, которая есть. И я очень благодарна, что у нас буквально за несколько месяцев появилось такое количество сторонников, что люди приходят в партию, люди вступают в партию, люди вместе с нами сегодня работают, занимаются, пишут программы, пишут законы. Поэтому спасибо всем сторонникам Хмельницкой области. Мы вместе, я верю, что мы победим. Пані Наталі, в чому полягає основна ідея відкритого списку вашої партії, який ви, власне, збираєтесь очолити? Задача только в одном, чтобы этот список был написан людьми
и получил оценку людей перед тем, как депутаты придут в парламент. Потому что, как получается часто, есть закрытый список, показывают только первую пятерку, а потом в парламенте мы находим все, что угодно, начиная от тушек, заканчивая чучелами. Поэтому мы и пошли тем путем, чтобы сформировать команду новых лидеров, но прийти к людям с чистым листом. И те предложения, которые мы услышим на майданах, на улицах, на обсуждении, на открытом обсуждении этого списка, чтобы люди могли сразу сказать, доверяют они или не доверяют этому человеку, какие скелеты в шкафу этого человека есть, и будут ли они реально видеть его своим представителем во власти, а не так, что потом как факт говорят, вот, пожалуйста, это ваш депутат, и вы с ним теперь живите. Нет, нужно сначала присмотреться к невесте, а только потом уже звать замуж. Вот так же мы считаем, что у нас в список должны попасть только те люди, кого непосредственно в областях, в городах хотели бы видеть своими представителями в парламенте. Ну, а як ви загалом, в цілому оцінюєте шанси вашої політичної сили? Адже існує ризик того, що ви можете не подолати прохідний бар'єр? Вот мы чем отличаемся от других политиков, которые все не знают, они где? То ли в мажоритарных округах, то ли в каких-то списках, то ли идут там где-то кулуарно договариваются, имитируют что-то объединение. То есть у нас команда, которая берет на себя ответственность. И я как лидер этой команды, меня в детстве родители научили брать ответственность за себя и за свою команду и поступать по совести, а не по обстоятельствам. И сегодня мы считаем, что новые силы, политические силы, которые показывают и формируют новые команды, нового качества политику, не нужно идти и прятаться где-то за ширмами и прикрываться чьими-то яркими именами. Нужно идти к людям, нужно добиваться поддержки, нужно объяснять людям свои ценности, свои планы. И будет поддержка, обязательно победим. И я уверена, что мы сможем предложить и ту команду, и то качество политики, которое поддержат люди. Наступне запитання до вас, як до фахового економіста. Днями уряд звітував щодо виконання бюджету 2011 року. Як ви можете взагалі оцінити роботу уряду за цей період? І, власне, що стосується бюджету? Я оцінку роботи цього уряду дала ще місяць тому, коли наполягала на тому, щоб вони пішли в відставку. Тому що і Азаров, і вся його вот эта камарилья, вони повинні бути в відставці, вони повинні відповідати за ті преступления проти економіки, які вони совершили. Тому що відказати чорнобильцям в виплаті пособий, відказати дітям війни в виплаті пособий, не індексувати пенсії, коли ціни виросли в два рази, вони дають копійки людям, і я вважаю, це чистої маніпуляції, обман людей. Не пересматривати заработные платы в бюджетной сфере, не выдавать области средства на дороги, на школы. То есть это все является обратной стороной тех манипуляций, которые они делают с бюджетными деньгами. Поэтому здесь наша позиция однозначная, что правительство во главе с Азаровым должны быть в отставке. Я вам дуже дякую за змістовну і цікаву розмову. А нашим глядачам я нагадаю, що у нас у гостях була народний депутат України, лідер партії «Україна вперед» Наталя Королевська. Дякую вам. На все добре. Дякую.